В настоящее время детско-юношеская спортивная школа профессионального футбольного клуба ЦСКА является одной из лучших в России. Ее воспитанники регулярно участвуют в отечественных и международных соревнованиях. Мы присутствуем на открытом зимнем первенстве Москвы по футболу среди спортивных школ. Сегодня юные армейцы играют со своими сверстниками из Торпедо. У нас идет школа, идет обучение. И мы каждый, для нас игра, это, если товарищеская, значит самостоятельная, календарная игра, это контрольная работа. Вот, и каждый календарный матч, это контрольная работа для ребят, как в школе, так и здесь. Задача какая? Не делать грубых ошибок. Все остальное, самоотдача, желание. Воспитание молодых футболистов является неотъемлемой и важной частью работы армейского клуба. Детско-юношеская спортивная школа делает все, чтобы как можно больше ребят, пройдя через все этапы становления футболиста, доросли до уровня молодежной команды и основного состава. Лучшим из лучших предстоит защищать честь одного из самых именитых футбольных клубов нашей страны. Ну, у нас в школе есть маленькие пацаны, просто им надо доверять. И вот и молодежный состав у нас хороший. Поэтому будут у нас со школы ребята наши, обученные, с желанием стать профессиональным футболистом.